аптеках, где делают ПЦР. ПЦР стоит что-то около 130-120 чем-то, по-моему. А за углом была, так сказать, станция, где тоже делают тесты. Этот тест стоит 160 местных тугриков. Можете себе представить. В Туне я нашла, там был какой-то такой этот вагончик стоял железный. Там было написано, что ПЦР делается за 29. Кошмар! 100 чем-то франков. Я в шоке. У меня просто закипает мозг. Я ничего не понимаю. И на каждой упаковке такая фигня. Я не знаю ни одного языка из тех языков, что есть в Швейцарии. Блин, за факт, что я ни хрена не понимаю. Я догадываюсь. Или просто мне везет находить какие-то слова более или менее мне понятные. Господи, я погибаю. Что-то местами понимается, но чаще всего ничего. Это очень тяжело. Пересадка в Шпицце. Вышла здесь для того, чтобы попасть в крепость Валере. Я ее так и называю. Крепость Валеры. Ну, хочется доехать туда на автобусе. Сейчас узнаю, а то чуть пешком не хочется. Чемодан здесь оставить от 5 до 8 франков. Прикиньте, грабеж средь бела дня. У меня мозг немножко обалдел, потому что с немецкой речи резко все перешли на французский. Казалось бы, это очень здорово, потому что французский я более или менее понимаю из-за того, что знаю испанский немножко. Но оказывается, все гораздо сложнее, потому что те, кто говорит на немецком, они знают английский. А здесь практически никто не говорит на английском. И это жесть, как сложно. Ха! А я думала, немецкий жесть. Ха-ха, вот и приехали. Знаете, это перед тем, как попасть домой, я попала во французскую часть Швейцарии и начинаю потихо исходить с ума. Здесь ничего не работает так, как работает в другой части Швейцарии, где все идеально, где приятные люди. А тут говорит, чувак, вообще-то я тебе нажала стоп, чтобы ты остановился. Он говорит, а я не должен останавливаться везде, где ты нажимаешь стоп. Я говорю, а что-то я имела в виду остановку. Короче, жесть. Ну, единственное... Радость в том, что я вот могу отсюда посмотреть на крепость. Блин, это нормально? Мне сейчас ехать на другом автобусе, а тут автобусы ходят крайне редко. Короче, я уже обо всем пожалела. Мне уже что-то не нравится. А из Женевы я просто не смогу домой улететь завтра. Мне надо завтра домой лететь. Я имела в виду из Цюриха, а так бы я хрен поехала в эту вашу Женеву. Я уже туда не хочу. Ну, как бы, типа, хорошо, что здесь есть вот карты на каждой остановке. Но все равно ни хрена не понять. Мне это не нравится вообще.